Окей, открываем с вами страничку 112-113 в нашем учебнике и снова читаем про нашу деревенскую и городскую мышку. The town mouse and the country mouse. Сначала слушаем. Видите волшебные слова? The end. Это значит, что это конец истории. Сначала послушаем, потом прочитаем, переведем, сделаем упражнение и будем свободны. Готовы? I don't like it here. I want my nice house. This is no place for a country mouse. My house is small and a little bit shabby, but I like it here. I'm very happy. I don't like the town. I don't like the dogs. I'm staying at home with the ants and the frogs. Окей, давай теперь с вами вместе прочитаем. I don't like it here. I want my nice house. This is no place for a country mouse. My house is small and a little bit shabby. But I like it here. I'm very happy. I don't like the town. I don't like the dogs. I'm staying at home with the ants and the frogs. Окей, let's translate. Давайте с вами переведем. Мне здесь не нравится. Видите, отрицание, назад частичка нот. Мне не нравится здесь. Я хочу мой милый домик. Здесь нету места для деревенской мышки. Мой домик маленький и немного захудалый или обшарпанный, потрепанный, убогий, как хотите. Но мне здесь нравится, и я очень счастлив. Мне не нравится город, мне не нравятся собаки. Я остаюсь дома с муравьишками и лягушками. Вот такая вот история о том, как деревенская мышка не поняла городскую мышку и ее жизнь в городе. А захотела остаться у себя дома, на природе, в деревне. Окей, так, откроем страничку 135, все в том же учебнике, и делаем задание к нашему тексту. Посмотри на картинки и подбери правильные названия. Oh yeah, kids, it's time to say goodbye! Goodbye, see you next time, everyone! Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone.